Больше 9000 камер наружного видеонаблюдения собираются установить в городах и населенных пунктах Алматинской области. Сейчас на самых оживленных участках города Кунаева функционирует больше 300. Благодаря системе видеонаблюдения с начала года полицейским удалось ликвидировать 10 нарколабораторий и снизить количество правонарушений среди подростков на 15%. Об этом сегодня заявил главный полицейский области на встрече с депутатами Сената и Мажилиса парламента. Депутаты также ознакомились с работой Центра оперативного управления. В прибрежных зонах отдыха, на городских улицах, а теперь и в селах региона, везде создаются условия для обеспечения общественной безопасности. Это самый главный вопрос. А еще необходимо создать должные условия для работы. Надо новое современное здание, передовая техника и оснащение. Все эти вопросы мы взяли на заметку.